Что, комрады, всем привет! Начинается финальная часть нашего эксперимента. Насколько монета сдвинулась за зиму. Все, у нас уже, как видите, снег сошел. Тюльпанчики растут. Все замечательно, почва оттаяла. В принципе, она и должна была таять. Вот наше место. Так, тихо. Тихо, стой. Так, пока выключим, чтобы не пищал. Потом я все расскажу. Вот у нас это место, где была монета закопана. Кстати, место это поднялось. Оно было утоплено вверх. Ну, на уровне земли было. Вот эта кучка мной выкопанная. Вот, кто помнит, у нас метка, мы саморез скручивали на то место, от которого мы брали замеры положения монеты. Сегодня будем использовать лазерный нивелир. Вот рулетка, все дело заснимем, как все это выглядело, и посмотрим, что в итоге получилось. Кто не в курсе, что это за эксперимент, я ссылочку сейчас вам где-нибудь, подсказка будет на первую часть видео, обязательно посмотрите ее перед тем, как смотреть вторую часть, чтобы была у вас полная картина ясности. Проверяем, насколько монеты двигаются в земле за зиму. Бомбический эксперимент. Начинаем. Что, друзья, начинаем? Так, будем аккуратно сейчас открывать эту землю. Нашу метку мы снимаю с двух камер, надеюсь, все видно. Аккуратно извлекаем. Так, ком земли. Ух ты. Теперь нам нужно найти, где наша монета. Сейчас какой-то. Где она? Где-то здесь. Ничего себе. Она, по-моему, должна была находиться в другом месте где-то. Я не помню, где она была. Но пока я еще ее не вижу. Где-то приближаемся. Вот еще ком земли, который мы не достали. Так, камеры все видны со всех. Монету есть. Так. Примерно надо вам показать. Вот монета. Монета у нас появилась. Вот она. Вот. Кому не видно, сейчас я прям в яму пальцем показываю. Вот краешек монеты. Так, вот он, видите? Вот он торчит. Сейчас мы будем ставить метки. Ну, довольно сейчас все быстро будет. И замерим все размеры. Пишу камеру обратно.
делаем. Чтобы было видно, сколько у нас времени еще есть. Так. И сейчас мы что будем делать? Так, стоять. Вот где монетка. Мы будем ставить меточку. И потом мы вынесем. Так, где-то так. Вот метка. Вот она. Вам было понятно. Вот она. Вот, коричневым наметил. Далее. Сейчас ставлю обратно штатив. Тоже так, чтобы было все видно примерно. Так. Ага. Окей. Теперь включаем невизор. Надо ему поставить уровень. Вот так. Вот у нас. Чтобы было видно, возьму телефон сейчас. Штатив сейчас возьму в руки, скорее всего, чтобы было примерно понятно, что мы делаем. Итак, вот у нас меточка лазера. Вот лазер, нивелир. Вот меточка здесь, видна она. Вот она. И мы сейчас отмеряем вот это расстояние. И потом это расстояние выносим здесь. Это расстояние выносим здесь. И потом от этого меряем до той меточки. И узнаем размер. Так. Сейчас мы этим займемся. Так, здесь у нас получается, давайте от верха гвоздя 40-45 миллиметров, осторожно. Теперь 45 миллиметров мы, так, видно, не видно, выносим здесь. Перепроверяем. Еще раз перепроверяем, пока шевелил. Так, еще раз. Ну, так же самое, 45 осталось. Замеряем 45. Так. Все. Отметили. И теперь, в принципе, обе метки у нас вынесены.
можем палку вытащить. И нам нужно померить расстояние отсюда вот до сюда. И сравнить. Так. И сравнить с расстоянием, которое было в предыдущем эксперименте. Так. Итак, два размера меряем. Погрешности, конечно, наверное, могут быть. В прошлый раз мы уровнем меряли, сейчас нивелируем. 53 сантиметра. Вот такой вот, друзья, размер у нас получился нахождение монеты от этого самореза. Вот. В принципе, я, честно говоря, не помню, сколько у нас было в прошлый раз. Расстояние, нужно пересматривать видос. Так, размеры у нас есть. Теперь осталось нам их только сравнить. И посмотрим, какой результат у нас получился. Приготовлена рулеточка. Давайте замерим вот это расстояние. Примерно, сколько оно будет. Так, полосочка. 50, ровно 53 сантиметра. Так. Дети какие-то ходят тут за спиной. Отмечаем. 53.